Друзья, всем привет! Мы в Перл О, Платинум, привет, самое главное. Ромка! Как Ильяс, дела? привет! Давно мы уже не виделись Да, с я тебя тобой. давно не видел. Вот, и Я тут тоже была занята, сейчас сводно приехал. Анатолий, друзья, Анатолий, мы с ним Привет, всем гуляли привет, по друзья! Оба, когда? В каком году? В 21-м. С ума сойти. И Да, больше они... Рома, да, Он Рома, три рыбак, года. рыбак, Три года, профессионал, да. фиш, у него канал есть, на канале он ловит. Покажи, какую-то самую большую поймал. Не скромничай, ну покажи вот так вот. Ну, вот так. А сколько вес был? Нет, 1,32 м, по-моему. Все, с тобой 21, отдельное видео 21 будет. Килограмм. С тобой будет отдельное видео. И Рука, с нами еще, представь, Рука, Илья. Хочу представь. Сказать, вот наш магазин, стилист-дизайнер Ирина. Привет. А Ирину вы видели? Да. В каком году тоже? Ну, наверное. Тоже 20, в 21-м, наверное. 22-й, да. Так что Ирину вы уже видели. Илья сейчас начнет. Да, конечно. О, давай как раз с Анатолием, да, ты по мужским. Сейчас вот смотрите, Анатолий большой у нас, и мы его сейчас оденем легко. А потом Ирина нам покажет женские модели интересные, новые. Много нового всего опять. Кстати, я уже вижу новую вещь, вот этого не было. Смотрите, вот на Анатолия. Это ромка, которую я говорю, вот всего лишь двухсторонняя, 100, классная, 100 грамм. Кстати, да. Анатолий, это тебе большой будет, наверное. Большой даже? Серьезно? Да, я так думаю. Ну-ка. У нас любой размер есть, Ромка, ты знаешь. Это мой размер, да. Серьезно? Да, я думал, что это мой размер, значит, это, на меня еще меньше. Это, который мы называем двухстранный. Вот смотри, зеркало, пожалуйста. А я, знаешь, если под нее свитер мощный, то она, в принципе, невеликовата. Твой размер. Потому что, если меньше, она будет нормально. А ну, наизнанку выверни, Ромка, сейчас ты посмотрим. Знаешь, эта куртка мы называем, как называют, бомба. Это бомба. Фокус-покус, по-турецки говорит. Смотрите, сейчас все будет, фокус да. Фокус другой, фокус другой стороны. Да, будет по-другому. Вот сейчас. Прикольно вообще. Вот, Ирина сейчас тебе объяснит, у нас что есть, какое качество. Да, сейчас я хочу показать женскую коллекцию. Очень интересная коллекция. Пришла Когда? И осень, весна, и зима, и комбинированная. Потому что сейчас такой климат везде. О, тебе с какой стороны больше нравится, как она выглядит? Да, с двух сторон нравится. Класс, да? Да. И вот не скажешь, что это одно и то же. Под разное настроение. И, Ромка, я хочу сказать, за этот месяц, полтора месяца, Ирина, будешь тут, когда да. клиенты мне пишут из WhatsApp, сможешь написать, Ирина, сейчас магазин, потому что каждый клиент, Ирина, будешь помогать на твоих да. клиентах. Ильяс будет помогать, ты же тоже здесь, я да? Я тоже почти здесь, Ирина, тоже Ирина здесь. Будет помогать вам. Кто стесняется, может, Ильяс, Ирина будет помогать. Вот, а еще есть какая-нибудь большая на Анатолия? Ну, есть, давай. Давай еще что-нибудь оденем. Ну, эта куртка классная. Цена у нее недорогая, да, Лес? Цена у нее очень доступная, цена. Друзья. Все приезжайте, говорите, Ромка Рокер, потом сидите, пьете чай, еще чуть-чуть поторгуетесь. Цены демократичные. Да, без покупок, реально, вот за этот сезон, насколько я знаю, два человека ушло без покупок из нескольких сотен. Всего два человека, ну, это есть, честно. Побольше размер еще есть. Я просто хотел, тебе была фит, как ты была манекен, модель. Да, да, да. Все, Анатолий остается Перла Платинум в роли модели. Это уже такой более деловой стиль. Более класс. Да. На рыбалку тоже можно. Ну, уже когда, да, уже износился. Профессиональный рыбак. Думаю, качество вряд ли там особо. Качество, смотрите, фишка того, что вы можете любую куртку из бренда заказать в любом качестве, любой коже. Даже есть, приезжают к нам с магазинов и заказывают куртки, которые бренда, но они заказывают в более упрощенном варианте. Тут уже оценка, да, это дубленка. Как раз для... Ты с Минска или откуда? Клевая, как... Ну да, там рядом. Как раз для зимы белорусской. Мягкая, да, смотри? Да, вообще. А смазки Интерфино? Вот это по мне прям. Да? Вот как по мне. Во. Как красиво, такая, да? приятная, очень приятная такая. Тактильно такая. И когда приятная. Дождь, вода, это она не промокаемая. Не вода талгит. Как гуся будет. Да. Теплая такая. Waterproof называется. Да, что, они водонепроницаемые вообще. Покрытие идет на каждой дубленке. Любая дубленка, даже если она с виду кажется как замша, она водонепроницаемая. Красиво. Арина у нас Инстаграм ведет, тоже могу да. ссылочку оставить. Подписывайтесь, она рассказывает о своей жизни в Турции, у меня довольно блог, интересно. Да, тоже. Про Турцию, про для девочек это угу. прям. Так что очень ссылочка интересно. Тоже будет отдельно. О, вот это мне нравится на тебе. Это бомба. Здесь овчинка, это кожа жумба. Тоже такой вариант интересный. Там и молния, и да. кнопочки потом. Люблю, вот это бомба, да, реально да. классно. Оттенок, видите, да. какой он? Шоколад и темный, не обязывает. Тонированная Очень кожа. Хочешь, пойди супруге покажись. Вдруг ей понравится, скажет, бери.
классная, приятная вообще. Да. Да, и она еще при носке станет еще мягче, там интересно. Такой мех. Видите, так что любые размеры. Рост у тебя сколько? 1,87 м. Так что, даже если кто придет, два, Ильясу, да. Помнишь, был у тебя высокий баскетболист? Да. Два... 2 м 18 см. 2,18 м. 2,18 м. Офигеть. Ну, у нас не проблема. До любого размера мы делаем 2 дня. Мы делаем, да, даже если нет, то в течение 2 дней, если вы тут по-любому находитесь дольше. Это брендовая. Вот сегодня. О, такую я ношу зимой. У меня 2 есть от Ильяса. Вот это одна из. Можно сказать, и осень-весна межсезонье. Да, да. Но да. Она идет и на теплую такую начальную. Под свитер теплая, да. Ношу зимой я здесь. Да, вот такая вот у меня курточка, такая, точно мягкая, такая. Да, мягкая, красивая. Да, кожа такая очень. Сейчас я говорю, что да, везде климат такой немножечко непонятный. Зима теплая, осень холодная, поэтому сейчас вот есть такая кожа, которая очень хорошо греет, с хорошим утеплителем. Кто зима увидит, да. Такую куртку, это может быть, может, могу быть я, потому что у меня такая, ну да. Ну вот это эксклюзивная куртка, это кожа верблюда. Обработка жува. Красивая. Это идет тоже эксклюзивная коллекция. Она идет только в темном шоколаде, в черном цвете. Да, очень. Да. Тут, видите, есть этот, как это назвать, резинка, не резинка, да, как правильно называется? Да, это пропитанная резинка, которая не будет расширяться. Да, ветер не будет задуваться. Да, потому что я первую куртку одел, а у меня ветер попадает. Прям я говорю, Ильяс, давай менять. А тут супер, видите, как сделано. Да, такая прямо плотная. Такая моднячая. Мягкая, да, потому да, что здесь хорошая тоже обработка. Не стесняет движение. У меня тоже куртка, которую я 15 лет носил, у меня такие тоже были, да, рукава. Да, какие-то раньше во время Советского Союза. Вот мы привыкли, да, что кожа должна выглядеть как кожа. Дубовая вообще, да, она сейчас мягенькая такая. Это вообще выглядит как ткань. Это лазерная обработка, это обивка. Здесь переход, видите, она очень мягкая. Ну, я вам не буду давать, она маленькая. А вообще показываю, какие нас, насколько есть красиво. Мужских очень кожи. Много. Может, байкерскую на него наденем? Есть большой размер? Очень много. На ты байкер, деле. Нет? Мужских, молодежных. Также есть комбинированная с альпакой. Это вот рукав кожи, здесь альпака. Она очень теплая. Это шерсть. Модная модель, молодежь ее любит. Есть цветные со стразами. Молодежные, подростковые. О, какая двусторонняя. С разных этих. Огромный выбор. А ну просто... покажи вот эту вот двустороннюю. Я... Не, не двустороннюю, а вот эту вот. Вот двух... эту? Не, вот справа, справа. Мы ее, по-моему, не показываем. Это... Смотрите, какая интересная. Тоже стильная. Опа. Вообще прикольно. А что мы ее ни разу не показывали? Или она новая? Не показывали точно. Это эксклюзив. Прикольно. Мы их я так... Я тоже смотрю все время тебя. Прикольно, да. Очень много интересных моделей. Есть, которые эксклюзивные модели, они, допустим, по нравится. Две, по одной штуке. Опять же, мы заказываем, и в течение 2 дней мы присылаем либо в отель, либо клиенты сами приходят, приезжают. Так, пойдем женские, да? Также пуховики. Пуховики, да. Пуховиков тоже много, от кожаных до пропитки, до текстиля комбинированного. Это кожа. Ух ты, матовая кожа, лазерная, да? Обработка. Не сказал бы даже. Вообще не сказал бы. Да. Вот интересно. Она не вытирается, она не промокает. Ну да, да, раз кожа, она долговечная будет, конечно. Такая. Интересно очень. Только. Классические дубленки сейчас пришли, что всегда у нас пользуются спросом. Это все ягненок, опять же, кожа жумба, обработка. Мужская кожа обрабатывается в нескольких вариациях. И ну, мы берем самую такую качественную, чтобы она была более плотная. Не один сезон будет, да, носиться, да. Это точно. Однозначно, ну и, конечно же, у нас есть гарантия. Да. Поэтому вы при покупке у нас изделия получаете гарантию от 3 до 5 лет. Это очень важно. Так, женская. Дальше пойдем посмотрим женскую коллекцию. На первом этаже осень-весна и зимнюю. Угу. Полностью осень-весна. Кожаные изделия, женские, любых разных фасонов, разных цветов, от классических до более авангардных. Даже не знаю, с чего начать. Ну вот, допустим, косухи с капюшоном, которые великолепно садятся. У нас их даже берут на подарки, не меряя, подбираем размер. Разные цвета, вот такие вот интересные модели. Это эксклюзивные. Так.
Кожа с кого? Здесь ягненок. Ягненок. То есть она недорогая, в принципе. Ну, кожа шикарная. Кожа шикарная, да. Но цена будет более такая... Супер. Вообще прям. Адекватная. То есть это не кожа антилопы. Да, да, да. Там вот... просто здесь... Очень это качественная, но это хорошая цена. Это одна из моих любимых. Очень красивая тебе вообще. Именно по коже обработки. Класс. Смотрите, вот прям подходит. Ага, есть разные. Если какого-то цвета нет, то можете опять же заказать. У них очень большая палитра цвета на выбор. Можете они все сделать за несколько дней. Вот это моднячая тоже. Это ж немножко другая. Да? Это все одна дизайнерская коллекция. Ага, туда же подкладка, видите, одна. Угу. Только но там... они разных идут. Да, да, да. Тут молнии немножко, больше дополнительно. Смотрите, вот так. Она есть в малиновом цвете, есть в зеленом. Угу. Очень большой выбор. Есть античная кожа. Это для любителей. Девчонки, которые разбираются, знают, это тренд этого сезона. Первая куртка, которую я взял у Ильяса, она была такого цвета. Это тоже. Просто, ну, красиво. Это просто обалденная. Это антилопа. А, это антилопа даже, да? Да, ух здесь ты. Античная обработка. Ее можно даже постирать в машинке, к примеру. Mm-hmm. Да, я в том плане, что здесь натуральный цвет, это не крашеная. А, так. А они также есть более светлые, там, яркие. Очень красиво смотрится тоже. Так, мне само интересно. Очень стильно и всегда будет в моде. Да. Очень такая стильная. Красивая. Здесь также есть комбинированные осенне-весенние куртки, но с мехом. Допустим, кто любит роскошь, это тоже все есть. Допустим, классическая модель из аргентинской лисы. Тренд этого сезона, цвет бордо и чернильный. Ох, красота. Роскошно. Да. И она тоже очень легко подбирается под размеру к нам. Приезжают из всего мира и покупают на подарки, поэтому очень важно, конечно, подобрать размер, если везут на подарки. Это одна из тех моделей, которую я даю, в принципе, и не ошибаюсь. Поэтому тоже спрашивайте. Дальше. Так. Плащи, френчи, более такие спортивные куртки, курточки батальных размеров для полных женщин, для крупных. Вот такие модели. Тоже разные цвета. Перламутровая кожа, да. Такие очень мне очень нравятся. Посмотрите, все, да. Да. Какой они, цвет не возьми, он шикарный. Извиняюсь, не бабские какие-то, да, да, а на девчонок, роскошные. Которые пополнее, там, допустим, они очень стильные, очень классные. Я одену точно по-модному, красиво, поэтому размеры есть. Так, и пойдем сейчас на второй этаж, там зима больше всего. Тут чуть-чуть, а на второй этаж сюда заходите, если нужна зимняя, да, вам там классика, больше. Так, классика, вот такие вот с чернобуркой, тоже, которые всегда в моде. Ну и яркая палитра тоже у нас всегда есть. И предлагаю пойти наверх и показать вам новую зимнюю коллекцию. Как вот это называется? Это стриженная алькантара. Она похожа на норку, но это не норка, она мягче. Простыми словами, это... Я не буду рассказывать все секреты, но это, можно сказать, стриженная лама специальной обработки. Цельная просто, она, да, класс. Если вас заинтересует, я вам все объясню. Можно, кстати, провести, написав... в Инстаграм, либо написав в комментарии, можно провести видеоконсультацию. Да. Поэтому тоже как вариант. Все, идем на второй этаж. И на втором этаже. Так, мы находимся на втором этаже магазина Perla Platinum. Здесь у нас сейчас женская зимняя коллекция. Пуховики, огромный выбор. Алькантары, шубы, меховые жилетки и много-много всего интересного. Вот пришли новые пуховики. Мы просто... Кто это? Это лиса. Лиса. Внутри лебяжий пух. Весит, я не знаю, наверное. А, она вообще легкая. Пуховик. Пуховик. Я не знаю, наверное, 100 грамм. Наверное. Пуховик подразумевает такую же мощную. Это она такая легенькая, маленькая, компактненькая. Но, тем не менее, будет защищать от холода. То есть, это не объемный пуховик, который... Классно, да. Это пояс еще есть, да? Да, вот такой пуховичок. Стильный, легкий.
Очень хорошо, за рулем будет удобно. Угу. Пальто большое, пальто же правильно называю, вот то, вот это. Да, это альпака. Их тоже не было так много это сейчас. Это стриженная альпака, также есть кашемир, но кашемир, он хороший, он будет... Ой, какие миленькие. Смотрите, разных цветов, вау. Да. Многие Шесть. Любят вот такой стиль, вот смотрите, для вас такое вот люблю. Вообще бомбическое. Класс. Можно, такой вот яркий. Тоже, это я взяла зеленый цвет, так просто, чтобы ярко было видно модель. Есть цвет фуксия, кофейный, черный, белый, в общем, разные цвета. Садятся просто идеально. Очень теплые, легкие. Да, выглядит шикарно. Мы первый раз его меряем, а то выглядит, конечно. Конечно, лучше, когда показываешь на модели, оно гораздо все более реально все смотрится, чем когда без модели. Сейчас большой выбор алькантары, астрагана. Это все зима. Да, это... Астраган очень популярен уже несколько сезонов. Вот хочу померить для 4XL. Очень люблю эту модель. Астраганчик. У меня приезжают клиенты постоянные, которые вот крупные размеры. А воротник нужны. Это что? Это шиншилла. Класс, мягкий. Вот посмотрите, здесь у нас астраган мягкий. Угу. Это такая обработка. Вот тут кожа. А здесь, да, уже... Это двусторонний или нет? Двусторонний, да. Вот так. Шикарно. Я одной стороной одену. Вот на мне будет размер 4XL. Это хороший очень размер. Ну, тоже модель, шикарно, когда так показываешь. Стирает, да. На модели вот, лучше. Очень хорошо смотрится. Супер, да. Она очень приятная, теплая, весит тоже грамм, не знаю, 250. И вот именно на такие хорошие, холодные, настоящие зимы она очень подходит. Красиво. Также есть более такие авангардные модели. Тоже очень популярные буквы. Буквы у нас каждый раз приходят немножечко разные. Мы делаем то ли разные расцветки, то ли сам принт. Ну, на мне немножечко маловато. Это такая даже вот XS, можно сказать. Тоже теплая. Тепленькая. Это овчина. Это овчина mm-hmm. специальной обработки. Теплая, легкая. Так. Такие же тоже есть двухсторонние. Mm-hmm. Есть более классические, красивые модели. Допустим, вот такие в пол, длинные, двухсторонние. Посмотрите. Mm-hmm. Это шикарно. Mm-hmm. Очень красиво смотрится. А это что? Это астраган, астраган двухсторонний, да. Двухсторонний. На самом деле астраган, стильная, если я начну показывать, мы тут будем несколько астраган. Часов его мерить. Каждую модель индивидуально под фигуру все это подбирается. Опять же повторюсь, девчонки, если нет в наличии размера, не пугайтесь, мы это делаем даже четко под вас, если вы даже под заказ сделать, это будет, может, даже и лучше. Да, я видел, как они делают, допустим, как... меряют грудь, делают чуть меньше, чем на лекало оригинальном. Ну, у каждой люди есть, конечно, ну, как сказать, вежливо, они стандартные, ну, вы понимаете. То есть могут под ваши размеры, могут верх сделать с одного размера, скажем так, чтобы вы поняли, середину с другого, а верх с третьего, то есть даже так можно. Вот это стильная, тоже интересная такая. Стильная. Сочетание она цветов. Мягкая, это не передать. Бомба, воротник, бомба. И она тоже двухсторонняя, по-моему. Да, она. Вообще класс. Вот эти желтенькие, они добавляют. Вообще бомба просто. Какое красивое сочетание всех цветов. Класс. Какие-то материалы, получается? Здесь чернобурка и овчина. А. Классно. Ну и кожа. Видите, тут комбинация идет.
Вообще интересная очень модель, тоже эксклюзив, вставка желтая, она такая. Большую часть того, что есть у них, друзья, вы не найдете в других магазинах. Потому что им делают на заказ это все. Я могу показывать очень долго, еще хочу вот из этой коллекции. Да, вот это интересно, это же разные цвета. Они такие модные, да, это овчинка, тоже такая интересная. Кожа с этим. А кто это? Это норка. Норка. Причем бывает норка жесткая, это норка это мягкая, такая. Да. Вообще тоже двухсторонняя, да. Бомба. Видите, два раза, две разных вещи у вас. Покупаете двухсторонние. Кто находится в отеле, все заказывайте трансфер. Все контакты в описании под видео, в закрепленном комменте. Заказывайте трансфер, вас забирают из отеля, из жилого комплекса вашего. Привозят, забрать могут и из Анталии, из Газипаши, и даже из Кемера, если нужно вам. Ну что, затягивать пока не будем, мы сделаем еще... через недельку, лучше еще потом покажем еще все остальное. Напомнить о том, что у нас сейчас акция «Наши летки». У нас каждую неделю проходит какая-то акция. Угу. Мы выбираем тип товара и делаем дополнительную скидку. Да. То есть, если у нас клиент купил вещь, и на вторую вещь, допустим, если это будет жилетка, там будет скидка 70%. Да, но если вы покупаете несколько вещей, то цены будут, поверьте, вообще. Да, это супер. Тоже очень важно. В общем, приезжайте в магазин Perla Platinum, и цены и качество вас очень приятно удивят. Спасибо тебе большое. Очень жаль, что тебе так много всех лет жду. И не показывалось. Но... И блог в Инстаграме Ирины, ссылочка будет в описании тоже. Жизнь без прикрас, как она есть в Турции. Да, да, да. Все вам на самом деле, как живут эмигранты в Турции, как живут местные. Я показываю абсолютно все. От кафешек до как я готовлю блинчики на кухне. Хорошо. Поэтому подписывайтесь. Все, спасибо большое. Всем приятных покупок, выгодных. Пока, друзья. Спасибо.